В двух районах Алтайского края объявлен режим ЧС из-за аномальной жары. Спасатели и синоптики прогнозируют чрезвычайную пожароопасность в зональном и целинном районах. К выходным там обещают до плюс 35 градусов. Из-за сухой и жаркой погоды может возникнуть пожароопасная ситуация. Четвертый класс горимости ожидается в отдельных местах края. По региону передали штормовое предупреждение. В МЧС попросили жителей не разводить костры, сжигать мусор и сухую траву.